Апостола Андрея Первозванного чествовали православные запорожцы в эту субботу. В одноименном соборе в Шевченковском районе прошла церковная служба, а в ДК Шевченко организовали праздничное мероприятие, посвященное этому дню. Апостол Андрей Первозванный имеет непосредственное отношение к запорожской земле, рассказывают священнослужители. Имеются исторические свидетельства, что в свое время этот святой побывал в нашем крае. В субботу в соборе Андрея Первозванного прошла служба, на которой побывал президент Мотор-Сечи Вячеслав Богуслаев. При его поддержке 13 лет назад и появился этот собор. Выбирали имя апостола, который каким-то образом задевал нашу жизнь в прошлом. Ну вот тогда мы впервые узнали, что такое апостол Андрей Первозванный, и построили вот этот кафедральный собор Андрея Первозванного. Он единственный в то время был на украинской земле в 2000 году, а сейчас очень много уже храмов, которые были построены после нас. Сегодня уже множество храмов, которые носят имя этого святого. В Запорожском соборе на чествование Андрея Первозванного собрались сотни запорожцев. Ну, где еще можно пообщаться с самим собой и помолиться? Только, конечно, в хорошем соборе, убранном соборе. Я всех поздравляю с этим замечательным праздником. Тем более, что мы не иносказательно, а напрямую причастны к этому великому просветителю украинского народа. Апостол проповедовал любовь. Апостол был свидетелем этой любви, ибо он первым был призван ко Христу. Насколько это важно для нас? Вот вся суть. Если мы будем сохранять любовь, значит, будет примножаться и мир на нашей земле. Вместе с духовным торжеством под патронатом Мотор-Сечи в этом году решили организовать и празднование для детей. Тематический концерт в ДК Шевченко. Мы впервые делаем совместно светский духовный праздник, посвященный всехвальному апостолу Андрею Первозванному. Этот праздник мы делаем совместно с нашим Запорожским кафедральным собором Андрея Первозванного. В мероприятии приняли участие коллективы Дворца культуры, дети из воскресной школы при соборе Андрея Первозванного. Приглашены были воспитанники Центра детского и юношеского творчества Шевченковского района. В программе мастер-класс по песочной анимации и выставка рисунков на библейские темы. Концерт. Все о жизни апостола Андрея. Все маленькие гости после окончания мероприятия получили подарки от Мотор-Сечи.